Работать она будет круглогодично, и теперь все желающие могут научиться стоять на коньках под руководством именитых тренеров, артистов популярных шоу «Кармен» или «Ледниковый период». Наша школа – это школа первых шагов, основ. И я думаю, что именно здесь, в Розе Хутор, это максимально востребовано, потому что люди приезжают для того, чтобы действительно не только покататься на горных лыжах, но еще и научиться чему-то новому. По словам Илья Вербуха, Сочи – курортный город, и было принято решение создать здесь школу экспресс-обучения. Курс рассчитан на 1-2 недели. Как раз столько времени, как правило, проводят туристы на горнолыжном курорте. Для желающих посещать школу фигурного катания нет возрастных ограничений. Опытные тренеры уверяют, на коньки поставят как взрослого, так и ребенка в считанные дни.